Эксперты, опрошенные сетевым изданием РИА Новости, предупреждают россиян о повышении цен ржаного хлеба до 7% за год. О причинах такого явления и возможных последствиях рассказывает профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления экономики и финансов КФУ Игорь Кох. Как утверждают эксперты, по сельскохозяйственному рынку это вызвано тем, что в России в этом году урожай ржи необычно низкий. Соответственно, возник дефицит именно ржаной муки. И, соответственно, в любом случае, когда возникает дефицит, повышается цена на соответствующий продукт. Как отмечается, повышение цен на ржаной хлеб происходит по двум причинам. Первая из которых – это резкое сокращение посевных площадей, и вторая – низкая урожайность. Более того, эксперты утверждают, что хлеб ржаной муки будет стоить дороже пшеничной. Черный хлеб подорожает, потому что он изготавливается в большей степени из ржаной муки. Дело в том, что урожай пшеницы вполне хороший, и повышение цен на пшеницу не произошло, соответственно, и хлеб, который выпекается из пшеничной муки, белый, серый хлеб, он не подорожает. Так чем же повышение цен грозит россиянам в дальнейшем? В дальнейшем, я думаю, никаких особых последствий это не вызовет. Когда подоспеет мука нового урожая, цены должны выровняться и вернуться к нормальному уровню. К сожалению, рожь – это товар эксклюзивный, который не везде в мире производится, и, соответственно, компенсировать недостаток ржаной муки Россия не может из других источников, как это происходит в отношении, например, пшеничной муки. Полина Романова, Виолетта Басова, Универньюз.